Поддержать Владимира Путина в региональный штаб ОНФ пришла студентка Наталья Колянова. Девушка – будущий аграрий, и она уверена, страна сейчас держит правильный курс в развитии АПК, за счет чего в отрасли всегда есть рабочие места. Я вижу, как активно развивается данная отрасль в нашей стране. А еще Владимир Владимирович поддерживает многодетные семьи, что, несомненно, важно для меня, как для молодого поколения. Поддержать национального лидера приходят врачи, учителя, блогеры и чиновники. Сбор подписей сейчас идет по всей России. Когда узнал о том, что Владимир Владимирович выдвинул свою кандидатуру, я очень позитивно воспринял эту новость. С самого начала поддерживаю все его решения, все его действия. И мы видим всегда результат положительный от его действий, от его решений. Поставить подпись за кандидатуру Владимира Путина можно в региональном отделении ОНФ. Достаточно прийти с паспортом. Желающих ждут на Дзержинского, 53, каждый день с 10 до 18 часов. На открытие столько много людей, это хорошо, это очень приятно, что и мы это видим, что нашего лидера поддерживают и хотят прийти и отдать за него подписи в его поддержку. Еще в регионе точки открыты в торговых центрах, в крупных торговых центрах на территории города Курска и районов. Сбор подписей продлится до 25 января, кроме праздничных дней 1, 2 и 7 числа.